реалити. Шоу! Олень. И... Вспышка! Меня зовут Мария. Я художественный руководитель, режиссер театра современной драмы «Вспышка». Мы из Красноярска. Коллекционируешь все, что происходит в жизни, твои эмоции. Причем запоминаешь это, я не знаю, целая эта флешка. Еще у моего деда был внук Андрюша. Очень длинный парень с редкими усами, на них всегда оставалась еда, семечка и кусочек лука. Когда мой дед звонил Андрюше, чтобы спросить про то, про что обычно спрашивает дед внука, Андрюша удивленно говорил: «Дед, это ты? А ты что, еще не умер?» Ты же артист. Ну это прям фэшн, фэшн. Знаю про фэшн. Загорелся зеленый сигнал светофора. Можно переходить. Спасибо. Загорелся зеленый сигнал светофора. Можно переходить. Загорелся зеленый сигнал светофора. Можно переходить. Мы поняли, мы перешли.